потихоньку. Можно покупать мед. Что такое? Морось опять. Кстати, я вот на прошлом источнике покупал воду, ну набрал воды там, делал кофе и просто пил воду. Наличных денег у меня почти не осталось. Я еще не знаю, сколько могут понадобиться. Вода Нарзан. Девушка там, которая со шлангом наливает воду. Если своей тары нет, она предлагает. Ну там бутылки 1,5 литра, 10 рублей. Ну, в общем, десять рублей, по-моему. 1,5 литра. Короче, я отдал 90 рублей. Она набрала мне 2 литра в мою бутылку и 2 бутылки по 1,5 литра ее. В общем, считайте сами. Так, ну я выдвигаюсь. Можно покупать мед. Что такое? Морось опять. Кстати, я вот на прошлом источнике покупал воду, ну набрал воды там, делал кофе и просто пил воду. Вот на ночь набивал желудок до отказа, ни изжоги, ничего. Проблем не было.
вы видели, наверное, многие останавливаются, затариваются водой. Вот будет возможность, наверное, надо будет и в Бурятии проверить, какая вода. Вот еще один источник. В общем, все с канистрами давайте сюда. Источники сертифицированы. Кстати, вода с газом, я не понял, он имеет природный такой газированную насыщенность, природную или или это искусственное. Вот пробуешь воду, она имеет очень слабенькую такую газификацию, слабую газацию, как правильно сказать. Вот еще этот поселок Родниковый. Кто раньше не придавал этому значения, не знал. Совпадение показывает, что в движении 2 часа 17 минут, 18 минут, и время московское 2 часа 18 минут. Но уже в движении 2 часа 19 показывает совпадение. Кстати, она продает вместе, предлагает бутылки, если под рукой не оказалось своей тары, то бутылку, которую она продает, можно набрать воды, и пробка там такая фиксирующая, как в магазине, короче. Закрыл, теперь, чтобы открыть, нужно нарушить будет там целостность этой пробки.
я этой водой и умываюсь по утрам минеральной водой. Помолодел. Ну, лет на 70, наверное. Сейчас на боковую камеру вот это будет вид неплохой. Поэтому скорость немного снизит. Сейчас на боковую камеру вот это будет вид неплохой, поэтому скорость немного снизил.
зеленый. Часто, вот розовый.
видите, в Уссурийске осень начала вступать в свои права. Покрасила деревья. Те цвета, которые у нее были под рукой, желтые, оранжевые, красные, фиолетовые. Дальний Восток, Уссурийский край, двигаюсь от Владивостока от Находки в сторону Хабаровска. Кабарга, кабарга. Ничего не видно, да? Отбойники загораживают. Да я тоже ничего не вижу.
шел более-менее крупный дождь, но впереди вроде бы просветление. Камера на 50.
как боковое окно. Полезно. Боковое окно. Бесполезно. Режим записи. Так. Протирал. Бесполезно. Будем ждать, пока дождик закончится.
тебе удачи, дружище. Все правильно, протереть боковое окно.
протер окно, заодно и похомячить взял. Помячки взял к печенье. Перегонщики. Перегонщики.